На календаре 25 февраля. Ровно 170 лет назад, 25 февраля 1853 года, купец второй гильдии Григорий Санин открыл первый в Самаре магазин иностранных товаров. Располагался он в одном из домов на улице Вознесенской, сегодня это улица Степана Разина. В губернскую столицу Григорий Санин вез грецкие орехи, турецкий кофе, а также всевозможные восточные сладости. А вот доставить бананы в Самару у купца долго не получалось по причине длительности пути, приводящей к порче редких фруктов. 25 февраля 1915 года в Самаре был дан старт трамвайному движению. В первый рейс вагон вышел под управлением Павла Суткевича, который возглавлял группу инженеров данного проекта. В вагоне находились высокопоставленные светские и духовные лица. Выручка первого дня работы самарского электрического трамвая составила около 300 рублей. В народном календаре сегодня Алексей Рыбный. На Руси подмечали, что в эту пору уже точно начинал таять снег, поэтому хорошо ловилась рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были растягаи. А еще в этот день на мороз выносили пряжу и при этом приговаривали: «Морозишь пряжу, после власти будешь с деньгами на масленицу». Этими другими событиями был ознаменован 25-й день февраля. Прекрасного настроения вам и удачи в делах и заботах.